Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом году я купила драцену маргинату вот в таком вот транспортном горшке. Купила я нынче осенью, в октябре месяце, ближе к концу октября. Пока я не была на пенсии, у нас росла на работе драцена, и я умею за ней ухаживать. Почему я выбрала именно драцену маргината? Потому что она растет быстрее других драцен. Она является как бы очистителем воздуха, выделяет кислород, чистит воздух от углекислого газа и всяких там примесей бензоатов. Я хотела как можно дольше не пересаживать драцену, оставляя в транспортном горшке. Хотела дотянуть до весны, но получилось так, что у драцена начали сохнуть кончики листьев. А кончики листьев у драцены могут сохнуть по нескольким причинам, в том числе и по причине того, что горшок тесный для корней. Сохнуть могут, если драцену не устраивает влажность воздуха, нехватка питания. Поэтому я пересадила драцену. У меня драцена где-то высотой примерно около 60 сантиметров. Я купила пластмассовый горшок. Лучше, конечно, бы керамический для драцены подходит, глиняный. Я купила пластмассовый горшок диаметром 20 сантиметров. Вот такой горшок и нужен для такой высоты растения. И я сразу заметила разницу, пересадила я неделю назад. В худшую сторону ничего не изменилось. Листья не сохнут больше, и драцене видно после пересадки, она чувствует себя комфортнее. Я пересаживала вместе с комом земли, какой был в транспортном горшке, максимально, чтобы не травмировать корешки. Все-таки сейчас зима, сложное время для драцены. Поэтому, если купили растение и видите, что оно чувствует себя некомфортно, то пересадить его можно и зимой. Вот, смотрите наглядный пример после пересадки, как себя чувствует драцена.